По просьбам подписчиков канала новый экран обзорчик. Значит, это оргстекло, довольно таки тяжелое, оно где-то из троечки. Размеры сейчас я скажу. Значит, ширина 19, длина 32 сантиметра, ширина полосы у нас 3, а с перепылом где-то 5. Вот такой экранчик. Сейчас я сниму небольшое видео по тому, как он работает, что он дает. Есть такая техника. Вот здесь вот наши дефекты и вот такое видение этих дефектов. Ямка делится и тоже хорошо видно. Вот, смотрим. Вот они у нас вмятинки. И как они выглядят. Таким макаром. Конечно, капот грязненький у нас. Но тут, собственно, важен принцип. Вот так выглядят вмятинки у нас. Видение немножко другое, нежели там в обычном LED-экране с подсветкой, допустим, или в люмке, или в линиях. Но такой техникой тоже люди работают. Это так, небольшой обзорчик этого экрана. Вот. Надо будет попытаться освоить и такую технику видения и ремонта вмятин.